Доброго времени суток, друзья! Это игра SnowRunner, и я продолжаю обзор автомобилей, которые есть в этой игре. И на очереди у нас модпак ZIL-130. Многие неоднократно интересовались, почему нет в игре SnowRunner этих автомобилей. И вот, наконец-то, вопрос решен. Появился модпак, в котором есть целых 5 автомобилей. С очень интересными и уникальными модулями, ну и сами по себе автомобили выглядят аутентично. Но давайте перейдем, посмотрим, что же это за автомобили. Начнем с того, что 4 из 5 автомобилей это шоссейные грузовики. Вот, пожалуйста, первый, второй, третий, четвертый. И пятый у нас. Мы сейчас каждый посмотрим, что они из себя представляют. ZIL-431-410. В принципе, в начинке у всех этих автомобилей можно сказать все одинаково. Но начнем с того, что у нас есть один двигатель, коробка передач одна, оптимальная, подвеска передач, подвеска серийная, и есть четыре типа шин. При этом вот есть такой вот комплект. Очень интересно, и при этом с характеристиками колес на трассе отлично, на бездорожье отлично, вблизи отлично. Вот так вот. И есть вот такие шины для трассы, хорошее сцепление на трассе, но не для бездорожья, однако все-таки в грязи показатель хорошо. Да, я чуть не забыл. У нас здесь мощность чуть выше среднего, надежность тоже чуть выше среднего и на среднем уровне расход топлива. При этом емкость бака 175 литров. Нет полного привода и есть дифференциал. У всех шоссейников, по сути дела, одни и те же характеристики. Но продолжим дальше. Лебедка. У нас серийная, удлиненная средняя, улучшенная средняя, мощная средняя. Запасное колесо. Здесь есть два колеса. Точнее, два модуля запасного колеса. Вот есть, который мы сейчас можем установить. И здесь для установки требуется еще один модуль. Но это мы опустимся чуть пониже в модуле кузова. Есть дифференциал и вот модули кузова. У нас есть погрузочный кран. Чтобы его установить, нам нужна была бортовая платформа вот такого типа. То есть, если мы ставим ее здесь, у нас открывается погрузочный кран, и у нас вот такой вот грузовичок получается. Дальше у нас есть вот платформа бортовая такого типа. Бортовая платформа с низкими бортами. Короткую мы уже видели. Ремонтные очки 2. Почему очки 2, непонятно, но ремонтный модуль. И при этом у нас деталей для ремонта у нас 800, запасных колес 2 и топливный бак на 100 литров. Топливная цистерна тоже требуется еще один модуль. Ну, это вот пожаробезопасный выхлоп, вот здесь вот он находится. Насчет разблокировки колеса, мы опять ставим короткую платформу, кран, и запасное колесо у нас разблокировалось. Вот оно здесь отображается, мы можем его установить. И вот у нас еще есть из модулей кузова платформа Тент с деталями для ремонта на 1000 хп и 4 запасными колесами. Из декора у нас только на крыше кабины парный клаксон и наружный клаксон. Диски один тип. Далее у нас есть вот еще в декоре окраски, вот в общем нет никакой, но есть в декоре вот фигурки, наклейки. Это все то, что у нас есть на данной версии игры. С появлением Висконсина появятся другие наклейки, наверное. Ну, не буду забегать вперед, поэтому я рассказываю и показываю о том, что есть на данный момент. И есть вот еще наружные наклейки. Это вот первый автомобиль. Так, у нас ZIL Amur 53131. Это уже второй автомобиль из этой серии в модпаке. И у нас тоже опять-таки один единственный двигатель. Но я уже говорил, что здесь характеристики будут идентичны практически всех автомобилей. Оптимальная коробка передач, подвеска, шины, все то же самое, что было и до этого, в том числе лебедки. Но вот запасное колесо требуется еще один модуль, мы сейчас на него и посмотрим. У нас есть дополнительный бак здесь. Опять-таки появились газовые баллоны, но тоже требуется дополнительный модуль. И опять-таки это у нас пожаробезопасный выхлоп, потому что у нас есть два типа газовых баллонов, и, естественно, должен быть пожаробезопасный выхлоп. Есть короткая бортовая платформа, ремонтные очки, ну, ремонтный модуль имеется в виду,
с одинаковыми характеристиками, по сути дела, все. И, собственно, все. Если мы хотим поставить газовые баллоны для разнообразия, мы ставим бортовую платформу короткую, у нас открывается топливный бак на 400 литров. То есть газовый баллон – это топливный бак на 400 литров. Ну и, собственно, таким образом разблокируются и остальные модули, которые у нас помечены замком. Собственно, здесь крыша кабины и диски – все то же самое, равно как и декор. Третий из шоссейников ZEL 4502. Опять-таки, по характеристикам все то же самое, нет полного привода, есть дифференциал, но емкость бака чуть меньше, 125 литров. Двигатель у нас всего один единственный, коробка передач тоже оптимальная, подвеска тоже одинаковая, шины на боршин тоже одинаковые, лебедки также, дифференциал и модули кузова. Здесь у нас есть дополнительный бак, можем поставить дополнительный бак, пожаробезопасный выхлоп, самосвал, вот такой модуль есть. И есть сцепка, ну, имеется в виду для полуприцепа. И, кстати, тут интересный момент есть для этого модпака, связанный с прицепами, но это чуть позже. Декор тоже все то же самое. ZEL 4327. Вот у этого автомобиля, так как он уже относится к категории вездеход, есть полный привод и есть дифференциал. И, как вы видите, уже другие колеса. Ну, а большая часть модулей все-таки те же самые, что и у предыдущих автомобилей. У нас есть вот такие вот колеса, типа внедорожные. Но с такими вот характеристиками не для дороги, не для бездорожья. Ну вот есть, пожалуйста, вот такие колеса, которые имеют характеристики на трассе средние, на бездорожье отлично, в грязи хорошо. Есть лебедка, но это то же самое, по сути дела, запасное колесо тоже разблокировать надо. После установки бортовой платформы короткой у нас запасное колесо разблокируется, мы можем его поставить. Ну и, собственно, все. Вот у нас все вот эти модули, которые можно использовать с этим грузовиком. Не густо, однако. Причем, учитывая, что это все-таки вездеход, и, скорее всего, чаще всего им будут пользоваться. Ну, вот как-то так. Автор решил, что на вездеход не надо ставить много модулей. Поэтому мы имеем то, что имеем. Внешне 3D-модель выглядит вот так вот. Она интересно сделана, детализация хорошая. Если вблизи мы приблизим, даже мы увидим вот текстуру ржавчины, что, мол, это старый ZEL. В кабине у нас вот такой вид. Собственно, похоже. Теперь давайте послушаем звук мотора. Очень интересный есть модуль прицепов для этих автомобилей. Пожалуйста. У нас вот полуприцеп, который вот сейчас у меня стоит, я могу его продать. Дальше бортовая платформа у нас есть, полуприцеп, точнее прицеп. Прицеп цистерна и полуприцеп цистерна на 2000 литров. Прицепы смотрятся интересно. И здесь у нас, давайте переключимся обратно, продадим полуприцеп цистерны, купим прицеп от ДАЭЗ. И у нас вот даже есть в полуприцепе одно колесо запасное. Где оно находится, я не знаю, но где-то здесь есть оно. А, вот же оно, как раз таки. То есть мы можем заменить запасное колесо, но каких-то ремонтных запчастей тут нету. Вот мы подъехали к складу и смотрим, насколько у нас слотов прицеп рассчитан. Точнее, полуприцеп рассчитан он всего лишь на 2 слота. Вот мы видим расходники. Здесь мы можем посмотреть деревянные доски, металлические балки, топливо и другие грузы. Ну, собственно, всего лишь два слота. Не больше. К сожалению, это так. Пересел я вот на ZEL Amur. И у нас всего лишь прицеп бортовая платформа и прицеп цистерн. Давайте посмотрим, что за бортовая платформа. Насколько она у нас слотов. Но, как я вижу, вот сейчас выглядит она на 2 слота и задний борт открыт, что и предполагает. Именно 2 палета. Ну или 1 палет на 2 слота. Да, мы вот видим, что саму бортовую платформу автомобиля у нас загружается 1 палет. Но если я сейчас переключу, то вот даже у нас иконки показывают, что прицеп на 2 слота. Или вот здесь можно посмотреть вверху. Давайте загрузим для примера. И вот такой вот у нас получается комплект. Жалко, конечно, что мы можем только всего один палет вести на этом грузовике, а не 2. Но куда деваться. Вот у нас есть еще одна бортовая платформа с высокими бортами.
Предположительно, что она рассчитана, ну я предполагаю, что она рассчитана на два палета или на два слота, как хотите. И тоже у нас есть бортовая платформа прицеп и прицеп цистерна. Давайте посмотрим, на сколько у нас единиц слотов рассчитан этот борт. Вот этот рассчитан на 2. То есть мы можем вот для примера просто взять и, пожалуйста, два палета мы загрузили. Ну вот, собственно, что я могу сказать. С одной стороны, вроде как автомобиль классно. Мне понравилась 3D-модель, аутентичность такая есть, специфическая для Зилка. Выглядит похоже, текстуры проработаны хорошо, хотя, может быть, этот мод уже встречался в каком-нибудь модранере, ну, не знаю. Тем не менее, здесь его как бы, ну, будет он как-то вот себя не очень хорошо чувствовать. Потому что 4 шоссейника, это, конечно, хорошо, но они не настолько востребованы. Хотя были случаи, когда я неоднократно показывал на стримах, что они весьма хорошо справляются со многими обязанностями в игре SnowRunner. Ну, может быть, в таких вот ситуациях, для, ну, не столь сложных, не столь серьезных, для прохождения по какому-то сильно сложному бездорожью, они и пригодятся, вот эти зилки, как, собственно, и другие. Все-таки не во всех местах у нас грязь галимая на картах. Есть и местами и асфальтированные дорожки. Но, тем не менее, вот как по мне, данные зилы вот больше для этих целей подходят. С одной стороны, вот даже внедорожник, нормальный внедорожник, но он вот из-за этих шин, он не совсем устойчивый. Тем не менее, в принципе, мод классный, хороший, интересный. Иногда можно и воспользоваться им, поиграть. Вот такое вот мое мнение. А что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. А на этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.